В Башкортостане в октябре вновь зафиксировали дефляцию на 0,4%. Об этом сообщили в Росстате. До этого снижение цен фиксировали с мая по август. Однако в сентябре в республику вновь вернулась инфляция. В октябре, несмотря на подорожение ряда овощей, в целом на 0,25% снизилась стоимость товаров, а стоимость услуг, напротив, выросла на 0,5%. В годовом выражении сократилась до 13,1%. Месяцем ранее она достигала 13,9%, в августе 14,5%. К сожалению, ситуация с инфляцией не такая благостная, как это могло показаться на первый взгляд. Ряд санкций западных стран, они носят структурный характер. Я тут говорю о производстве и средствах производства. То есть тогда, когда у нас речь пойдет об обновлении оборудования, об его ремонте, об его модернизации, значит, пока что не совсем понятно, как мы будем из этого выходить и каким образом это скажется на цене конечной продукции. В целом по России она замедлилась до 12,6%. Месяцем ранее ее фиксировали на уровне 13,5%. За последний год продовольственные товары подорожали на 12%, непродовольственные на 14%, услуги на 11%.